Сегодня по всей стране отмечают памятную дату – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в сквере имени Марии Рубцовой зажгли 872 свечи за каждый день блокады. Что сказать, были детьми, было тяжело. Помним все, что помним, ничего положительного, кроме последнего дня, вот дня 27 января, когда был прекрасный солнечный день, помним. Счастье было у всех, переполняло родных, близких. Осталось, конечно, мало. Почти сотни химчан собрались на торжественный митинг, чтобы вспомнить тех, кто погиб и кто выжил. К памятнику «Сестра Милосердия» возложили цветы. Осознать сегодня нам, живущим, как это было тогда в блокаде, в блокадном Ленинграде, мы не сможем. Но мы всегда сможем помнить. И я сейчас обращаюсь к вам, ребята, стоящие здесь. Помните всегда об этой страшной войне и о том, что пришлось пережить нашему народу. И пока у вас есть возможность, чтите, уважайте и помогайте. На сегодняшний день в Химках проживает 59 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они в прошлом жители блокадного Ленинграда, ушедших почтили минутой молчания.